Приветствую, друзья! С вами канал CryptoLords. По многочисленным вашим просьбам я решил записать еще одно видео о криптовалютной бирже KTEX, где я покажу, как регистрироваться и как торговать. Также немного объясню процессы, проходящие на бирже. Для начала отвечу на один вопрос от подписчиков. Дорогой CryptoLord, как начисляются и циркулируют дивиденды в экосистеме? Что, чтобы ответить на этот вопрос, достаточно перейти в раздел FAQ, в котором есть абсолютно большинство вопросов на ваши ответы. Те ответы, которые вы здесь не можете найти, вы можете поискать в Телеграме. Ссылка будет в описании. Что ж, как много токенов CAT выдается в виде дивидендов? Или сколько нужно иметь для дивидендов? Чтобы получать ежедневные дивиденды, достаточно иметь 200 токенов CAT. Дивиденды насчитываются раз в день и появляются на следующий день. Что ж, ну и остальные вопросы вы можете тут посмотреть, я не буду на них останавливаться. Давайте перейдем непосредственно к регистрации. Жмем на кнопку «Регистр» и вводим свои данные. На почту вам придет код активации. Вводим данный код и переходим в аккаунт. Здесь вы можете видеть индексы, те, которые указаны были на главной странице, а именно здесь. Вот они. И некоторые ваши. Ваша майнинг рейтио, сколько вы промайнили за час, сколько можете промайнить за час, сколько промайнили за час, сколько промайнили вчера и так далее. Ну и дальше по списку пройдемся. Assets – это все криптовалюты, которые можно занести на биржу, ну, можно сделать депозит. Locking относится непосредственно к CATX, ну, к дивидендам. Депозит, соответственно, туда же. Ну, вывод, само собой. Вывод. Affiliate – это программа рефералов. Ваша реферальная ссылка будет доступна вам. Я чуть позже покажу, где. Дивиденды – это уже начисленные дивиденды вам за какой-то определенный срок. Вы тут можете выставить бонус за майнинг, если вы майните. Лотерея. Пока отключена эта функция, возможно, она будет приурочена к лаунчпаду, который будет на KTEX. Ну, история лотереи соответственно, а уже что-то происходило, значит, я немножко ошибся, вот лотерейные какие-то билеты. Есть бонус какой-то промоутинг, история ваших транзакций, текущие ордера, что немаловажно, торговая история, ну и история ордеров. Далее идет профиль. Безопасность, история логина и выйти из системы. Что ж, на этом мое видео подошло к концу. В следующем мы разберем непосредственно, как торговать же на все-таки на этой бирже и разберем ее функционал. Благодарю за внимание.